тебе грустно и одиноко, звони! Поездка, поездка! Такое! А еще раз можно? Давай! Давай! Оп, оп. Ну, еще раз! Еще раз! Ты же боец! Ты же мужик! Давай, бросай курить! Вставай на лыжи! Давай! Ну, еще раз! Говорят, что у курильщиков плохая реакция! Ну, давай! Вот! Ну! Вот! Вот! Я про это тебе и говорил! Бросай курить! О! Ты бросил курить! Молодец! Вот ты как раз попал! Ты попал по мне! Ты бросил курить! Ты бросил курить! Молодец! И поэтому ты сегодня счастливчик! Мало того, что ты бросил курить сегодня, так ты еще сделал физические упражнения! Позови коня-долбака на дом или в офис для задолбавшего тебя сигаретами друга, врага или родственника. На позовидолбака.ру. No se da cuenta que no va a ser ese. Llega como 5 minutos. Venga. ¿Estás grabando? Sí, sí. Claro, gracioso. No avanza nada, ¿eh? Venga. С интервалом в 2 года проводится краевая спартакиада учащихся Алтайского края. В этот раз выявлявшая лучшие сборные команды городов и районов в 12 видах спорта. Только в одном из них, тхэквондо, не были заявлены бичане. Зато во всех остальных они сумели достойно постоять за спортивную честь Наукограда. Перед заключительным этапом программы. Всего в финальном спартакиадном турнире